Ну да ладно, пойдемте. Вы себя вообще, я смотрю, плоховато. Подождите. А что если они хотят найти формулу, чтобы выращивать своих Васильич? Блин. Да-да-да-да, вы подумали о том же, о чем я, гении мыслят одинаково. Да, они хотят создать своих Васильич и при помощи их захватить мир. Потому что если не будет вас, не будет и меня. Агент Васильевич, я стесняюсь спросить, а куда мы летим? Я не знаю. Я слышу шум, свет. Подождите, не идите на свет, вам нужно выйти. Вам нужно выйти оттуда, чтобы мы вернулись. Земля вновь ждет, чтобы мы спасли ее. Блин, опять вы в каком-то аду. Что? Идет война. Агент Васильевич, вы где? Я остался на вертолете. Вы в вертолете остались? Вы прыгаете, агент Васильевич? Вы нужны мне здесь. Отлично. Их слишком много, агент Васильевич. Такого у нас не готовили. Я сегодня тем более не завтракал. А война-то началась. Да что за фигня здесь происходит? По голове, по головешке получаешь ты. Нифига себе, у вас есть револьвер. Я стреляю вам в спину. Я вам всегда прикрою спину, агент Васильевич, вы знаете. Да чё ж он такой бронявый-то? Так, все, мы всех вроде перебили, да? Сюда. Странно, нас просто взяло, куда-то скинуло. А как же брифинг операции и так далее? Вы себя как чувствуете? Забирайте. А. Забирайте еще. Все, забирайте. А, тут патроны, да, я думал, что-нибудь другое. Очень странно, у нас обычно был брифинг, там типа приветствие и так далее. Ты имеешь в виду какой брифинг? Ну, нам обычно говорят, что нам нужно делать, а ну нас тут просто высадили. Я опять спал, да, по-любому? И вы меня с собой затащили. Да, ты каждый раз так делаешь, я знаю тебя. Ладно, Лёх, я скажу честно. Ты не хотел ехать по моему заданию, но тебе уговаривают, ну, наподобие вот такую. Поэтому ты меня пошли... Что? Я говорю, ну пошли выполнять задание, ну пошли. Ты такой, ну идем. Я же не говорю, нет. В итоге я тебя просто посадил в вертолет. Ага, и перед этим, наверное, хлороформом меня усыпил, видимо. Не, без этого. Ой-ой-ой. Так. Здравствуйте! Граната летит! Кто-то пердит! В голову стреляю! Ничего не замечаю! Агент Васильевич, я тут как бы стреляюсь так, на секундочку. Спасибо за помощь. Так я стрелял. С той башни. С той башни, да, стреляли? А там было что-нибудь интересное? Нет, о, аптечка, коробки. Замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отстаньте. Мне прям нравится, когда так происходит. Так, и что нам с ними делать? Пусть они куда-нибудь уйдут. Думаю, так сойдет. Да, пусть они покупаются. Купаться тоже иногда полезно. Фига себе, как вы. Вам нужно в баскетбол идти играть, мне кажется. Прям видно, Васильич, тем более своими ногами амортизаторами, лучший баскетболист. О, еще одна птичка. Нямка. Все замечательно, все есть. Забирайте. Мне не жалко. Все, что хотите, лишь бы вы довольны были. Лишь бы не съели вас. Это что за фигня? Нифига себе, там кто-то попаливает. Ай-яй-яй! Так, вы разберетесь с этой фигней, я надеюсь. Ё-моё, их там знаете сколько бежит? Не знаю. Слева. Там их штук 5. Они бегут. Война. Война никогда не меняется. Чёртовы лишние патроны. Вечно мне мешает нормально вести диалог. По вам сверху стреляет агент Васильевич. О, да тут сзади. Два спецназовца в засаде. Васильевич нас окружает. По лестнице наверх.
Наверх по лестнице, агент Васильевич, быстрее! Сейчас. Лишние патроны уже отходили, без дела. Так, все, залазим. Так, где они? Ха-ха! Блин, вы что меня так пугаете? Я уж испугался на секундочку. Я слышу, они где-то под нами. Кто не с нами, тот под нами. Вертолет летит. Да, я вижу. Стреляйте по ним. Я буду стараться их добивать. Блин, да что здесь за военные действия происходят? Как-то странно. Они просто пролетели мимо. Они, видимо, рассмотрели через бинокль ваши усы. А, надо было просто сигнализацию вот здесь вырубить, да и все было бы замечательно. А, ты? Да, это, видимо, как так работает. Стойте, а здесь все это время обход сбоку, да, был? Это нет, это сейчас только открылось. А, да? Ну, тогда это многое объясняет. Я так понимаю, нам пора спускаться вниз? Ну, я уже. Вы уже? Как это вы так делаете-то, интересно? О! Это что? Это потом. О, нифига себе. Сюрприз внутри. Это как киндер-сюрприз. Ну я так и понял. Это ж не у себя. Только это этот, Васильевич сюрприз. А, забирайте у меня как бы это. Стойте, а как, куда дальше-то? А, пещера. Пещера. Меньше. Так. Так, граната? Граната то, что надо. Фига себе, не броня вы. Давай, иди сюда. Отлично. А что здесь делает вот этот парень? Уходите. Занято. Я понял. О, я тоже понял. Не показалось, я услышал, как кто-то сейчас что-то сказал. Так. Показалось? Эхэхэй. А, это я не могу смеяться. Я уничтожил их, агент Васильевич. Уже? Снова кровь на моих руках. Кровь. Кровь никогда не меняется. Я надеюсь, она была не заразная. Что-то горит, что-то не горит. Стоп, о, вот это я наелся. Блин, как же здесь все горит. Нам надо идти дальше по пляжу. Лёх. Да. Ко мне. Зачем к вам? Надо. Я... Вот где вы? Куда ушли? Видите костерок? Я... Да, я открываю здесь ворота в склад. Да. Так его надо было просто до конца, наверное, открыть, и он зафиксируется. Как бы это так работает. А, да? Да, там... Подождите, а дальше тогда проход там куда? Стойте, сейчас, может быть, на лифту кто-то поднимется. Нет, там мясо приехало. Не, я не голоден. Так, замечательно. У нас здесь есть куча всего. Замечательно. Патрончики. Так куда нам? А, есть лифт вниз и есть дальше проход на пляж. Что самое интересное, и куда идти? На пляж или вниз ехать? Может быть, здесь многоходовочка? Погоди, а, я понял, Лёха. Чё? Помнишь, когда нас выкинули из вертолета? Да. Мы стрелялись. А, да, я тоже понял. Все, я понял, значит, нам точно вниз. Нифига, Васильич, ты голова.
Так, я вас у лифта жду. А, давайте, заряжайте, заряжайтесь энергией, чтобы уничтожить их все. Братство. Так, что? Что это вы там делаете? Что, поехали? Я не знаю, чем закончится это путешествие. Я уже устал спасать Землю, а можно какие-нибудь более, там, не знаю, других ребят позвать, чтобы они этим занимались? Они не специализированы. Ну, тоже верно. Подожди, а у тебя есть гранаты? Нет, то что? А, подожди, они не против нас, что ли? Не, они против. Но они по мне не стреляют, по крайней мере. Пока что. Да не, вообще без разницы на меня. Нет, нет, да, они тебя просто не любят, по мне они не стреляли. Короче, я пошел вот сюда левее. Ё-моё, там знаешь сколько их еще? Гранаты, отлично, я нашел гранаты. Да нафига ты ко мне-то ее притаранил? Отойди, Васильич, отойди, гранаты. Да, Василий, здесь гранаты есть. Нафиг ты их таскаешь-то? Да вот, зайди сюда, здесь гранаты. Васильич, да вот, вот, гранаты. Я боюсь. Я их взрываю, он берет их ко мне, таскает зачем-то. Я боюсь. Да блин, что я по ним попасть не могу? О, попал. Да все, уж всех взорвали. Проверка, я боюсь. Взял такой, притащил их сюда, такой непонятно зачем. Мне, конечно, спасибо за подгоны, ну как бы... У меня что, день рождения, что ли? Подстава. Да, небольшая. Так. Идут сюда. Ты хотел сказать, летят? Нет, идут. Откуда идут? Там... Да, там действительно, там экран, да, был? Да. То есть, стой, нам сейчас наверх возвращаться, что ли, или что? Да. И откуда у вас вообще гравити-пушка? Стесняюсь спросить. От верблюда. От верблюда? Откуда, откуда? От верблюда. А наверх мы поехали с ним. И гранаты мы взяли с собой. Надо было больше гранат взять. Ошибочка. Вот 5 штук. Ну, мне 5 всего. Проверка! Да, Лёха! Ты понимаешь? Ты выбегаешь, я кидаю гранату, ты затылком меня ее откидываешь. Вот сзади! Секунду, вот так. Что? Ну так, смотрите, боком надо. Стоп. Ага, что видите? Это? Я тоже красиво кину, просто она не умеет летать. Еще одна! Ну ладно. Вы, видимо, сильнее ее. Блин. Граната! Да, граната. Так. Надо было все-таки больше гранат с собой брать. Да избавьте меня от этой фигни, летающей. Так, все. Где-то еще одна штука, по-моему, летает. А, извините, а это что за андронный коллайдер? А что будет, если соединить его с вашими усами? Получится... Новая вселенная. Новая вселенная? Не касаясь вселенных, уже куча. Где он летает-то? А, вот он. Что? 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 Блин, лестница упала. А вы где? Вниз спустился, возле этого адронного коллайдера вниз есть спуск. Да-да-да, именно здесь. Давайте я вас на ручки поймаю. Отлично. Вы мне, правда, пяткой в глаз зарядили, синяком придется погонять немножко, ну да ладно. Синяки украшают один. Синяк это не проблема. Аптечку. Сверху, сверху. Мне кажется, сейчас через дверь что-то начнется. Граната? Так у меня нет. А, есть одна. Подождите, а куда они бежали?
Так, вижу. Я вижу место, где они бежали. Так, дверь закрыта. Стой, а куда они делись? Они просто куда-то убежали, что ли? Я уже... А, может, ниже надо сходить? Да. Офигеть. Ты где? Я вниз спустился, да. Странно, нашел два ящика. А, нет, в них было что-то. Уже как минимум неплохо. Василий, я вас снизу жду. Я тут пока под паром моюсь. Благо, у меня костюм, он это антипар. Сейчас. Так. Ой, здравствуйте. Здрасте. Ну, просто кто-то выходил зачем-то непонятно куда. А, вот пар про какой-то. Да. Так, подозрительно. Не будет никакой ломотомии. Так, и аптечки вас интересуют? Нет. Блин, у меня целая куча патронов, куча всего. Мы возвращаемся. Разве? А, ну да. Сюда? Значит, мы... Да, вот. Ага, пойдемте. Там аптечек же вагон был. Вас не интересует точно? Точно. Какой-то вы нервный сегодня, агент Васильевич. Оружие мешает мне вести разговор. Да, постоянно это происходит, не говорите. У меня в карманах 1000 патронов, я не знаю как. Вам оставить? Все, у меня 100. И у меня почти 100. И паук. Или какие-то пауки нынче странно выглядят. А, Лёх, иди сюда. Куда именно? Ага. Отсюда. Отлично, мы нашли кнопку. Кажется, я знаю, куда она. Мне кажется, сейчас какая-то дичь начнется. Так, стоп, а куда это? Подожди, слышишь? Он дверь сейчас взорвет. Да, нифига себе у них бесшумные какие штуки есть. Граната? Еще одну? Отлично! Командная работа. Патроны? Граната. Сюда. И вот сюда. Ответочка! Блин, меня же нифига глушануло немножечко. Я чё, рыба, что ли, чтоб меня глушить? Ты чё, во мне рыбу увидел, а? Вставай! Ой. Отлично, откуда у вас тут гранат? Я набрал. А, ещё там снизу, я так понимаю. Прикрытие. Мы всегда должны прикрывать друг друга. А можно не... Может быть, они по вам будут, а не по мне стрелять? Мне кажется, они не кончатся, Василич. Или кончатся. Они по трое так и будут, мне кажется, выбегать. Что-то нужно сделать. Мне кажется, знаю. Тут эти. А. Спасибо. Больно. Да блин. Да сзади там штука по вам стреляет. Так, и что делать-то? Я себя плоховато начинаю чувствовать. Там снизу еще. Откуда они берутся только? Блин. Васильевич, я не хочу умирать. Где-то аптечки. Да куда? Я не знаю, я на первом этаже бегу. О, аптечки нашел, ништяк. Там снизу еще белый гоняет. О, кстати, туалет. Посрать сходить. Такое чувство, что мне надо что-то сделать. Блин, надо сосредоточиться, пока как нормально посидеть. А, точно, там же Васильич воюет. Ну да, как бы.
Вам нужно было отходить назад. Первое правило. Так, и что, и куда? Ах, энергия моя! Ты приди ко мне сюда! Я тобой заряжусь! И Васильичем я наряжусь! А где они вообще бегают-то? Я их потерял. О, нямка. Так, я тут нормально накушался. Так. Угу. Так, аккуратно, тут мины мои стоят. Не спрашивайте откуда. Мне кажется, они бесконечно так будут выбегать. Может быть, на первом этаже мины? Откуда у вас вообще мины взялись? Я стесняюсь спросить. Я говорю, они бесконечно будут выбегать, агент Васильевич. Поэтому а я вниз из-за вас спуститься не могу. Вы там мины свои понаставили. Может спуститься еще ниже, к ядру этой фигни? Там другие чуваки, пойдем их завалим. У ядра снизу. Пошли. Прям в самый низ идите. Так я уже. Не могу вас найти пока что. Я просто потерялся. А, вот. Да, давайте их завалим. Да он меня не завалите. Во. Тут какая-то зеленая штука, и чё надо... А, во, заходим. Фух. Это мы замечательно с вами. Забирайте энергию, вам нужнее, агент Васильевич. Вы ведь знаете, к чему это все всегда может привести. Так, Лёха, я готов. А, это лифт. Как странно, он нажимается. Ну да ладно, хорошо, что лифт нажимается и к нам приближается. А откуда у вас ракетница, я стесняюсь поинтересоваться? То есть я нашел из секретного места. А, понятно. Стойте, и что? Какой-то странный лифт, вы не находите? Спасибо. Я ничего не делал, вас просто двери прищемил, агент Васильевич. Нужно как-то, мне кажется, чутка просторопней, что ли, быть. Это вы не были расторопны. Да нет, я-то нормально, все, я зашел и встал. О, как вы появились внутри меня. Я вас родил, что ли? Подождите, а он откроется, нет? Там кнопка, может, какая-нибудь есть? Кнопка. Да, есть, но она не работает. Так, так, Васильич, я не понял, или все вокруг поменялось? Это нет, опять? Кажется... Это какие-то странные связи реальности, мне кажется. Обалдеть. О, нямки. Нямочки. Люк, тут это... кнопка, но она не работает. Ну... видимо, кто-то создал кнопку и не починил. Ах ты жук, да, нашел. Так, вот здесь есть кнопка, которую, видимо... да. Там к нам спецназ бежит. Иди возьми нямку. А у тебя на сколько нямки? 36. А, так забирал бы до конца. Ну ладно. Я доем. Ах, энергия. Так, уходи, Лёха. Куда? Блин, как же они отлетают, а? Красиво. Как семечки. Бабушкины семечки. Такие с подсолнуха свежие, мягкие. Так. Аккуратно. Какие семечки? Смотрите. Ну я не хочу прыгать в эту фигню. Мне кажется, это небезопасно. Хотя там стекло. Это небезопасно. Ой-ой-ой, здравствуйте. Я дальше, пожалуй, пробегусь. Так, я вас понял. Так, сейчас я разберусь. Ой-ой-ой. Нифига себе, как вы умеете. Вот это вы молодец. Соревнуйся.
Блин, а почему у меня так же не получается? А, да. Секундочку. А откуда у вас Gravity Gun? Ну он сейчас вас убьет на обратном пути. Подожди, мы пришли туда, где мы были или нет? Здравствуйте. Да блин, что у них за пауки здесь? Так, не нажимается. Васильевич, тут слишком много бегает. Мелкий. Да я ниже пошел. А вы где? А, здравствуйте. Как ваше ничего? Ничего, ваше ничего. Это хорошо, когда ничего, ваше ничего. Так, подождите. А, просто надо... Отойдите. Так у меня нет Gravity Gun'а. Ну все, питания нет. Питания у него не должно быть. Мне кажется, эту штуку надо было просто типа взорвать, разбить внутренне. И куда питания нет? Ничего есть. Лесенка? Какая лесенка? Куда? Ну вот. А, да? Действительно. Ой-ой-ой. Такая себе лесенка, я вам скажу. Это, наверное, чтобы вылазить, если вдруг вниз упали. Теперь вылезти не могу. Вот этой штукой бы меня не подбил. Мне кажется, эту фигню надо было взорвать. Там же вот здесь фигня есть. Как ее подбить-то, а? А, все, я что-то включил. Да убейте, пожалуйста, вот эту штуку. Где, какая? Да я уж сколько вас ору. Ну вы вернитесь к этой штуке, которая посередине была. Посередине. Ну, которая... Где мы только что вниз? Вот, вот здесь. Убейте вот эту. Чем-нибудь есть? Мне нечем. А, сейчас. Замечательно. И куда это ведет? Оп-оп-оп. Так, и что нам эти балкончики? А, вот влево, да, проходик, если я смотрю. А, вот, наверное. Так, нам нужна энергия, видимо, чтобы это все дело врубить. То есть должно это врубаться? Так, мы отсюда, да, пришли? Блин. А, типа ту штуку сюда засунуть? Так там она одна всего была же снизу. Так, и здесь тоже, да, подъем наверх тот же самый. Погоди, я тут какой-то рычаг нажал. И провода теперь искрят вовсю. А, вот. Отлично. Теперь... А, во, все, ща врублю. Давай. Все, отлично, агент Васильевич, вы молодец. Спасибо. Так, спасибо. Сейчас открою, снизу решетка откроется. Ой, не... Чё, где? Ты ей пошевелил, походу. Ну-ка, еще раз. Жму. Все, разгон. Бум! Еще раз. Так, она назад отъезжает. Да я вижу сверху. Так. О, блин, напротив вылезли. Смотри, как только на них. Все, еще и сзади откуда-то взяли. Фига себе. Че, самый умный, что ли? Че, она разбила что-нибудь там, нет? Да. Фига себе там вас. За Васильичий двор! Стреляю. А, там типа проход, да, появился? Блин, больновато. Ну да ладно, пойдемте. Вы себя вообще, я смотрю, плоховато. Подождите. А что если они хотят найти формулу, чтобы выращивать своих Васильич? Блин.
подумали о том же, о чем я, гении мыслят одинаково. Да, они хотят создать своих вассалей и при помощи их захватить мир. Потому что если не будет вас, не будет и меня. Тогда человечество будет вам... Подожди, там поезд едет. Если не будет меня, не будет вас. Да. Ты посмотрите, это разработки васильчан. О, гранат. Слушайте, а можно утащить одну из них домой? Ну да, неплохо. В подвал вы хотели, наверное, утащить. Вы ведь в подвале постоянно всякую руду с собой таскаете. Возьму сразу все побольше. Так, все. Так, и нафига нам гранаты? О, я понял, нафига нам гранаты? Подбиты. Так, я так понимаю, нам сюда, да? Только сюда. Да. Вы посмотрите. Сколько же Васильича они могут создать. Тогда это практически то же самое, что у них есть Киану Ривз. Как мы их тогда победим? Никак. Никак, да. Не, ну реально, как мы их победим, если у них вдруг есть Киану Ривз? Питание надо. Питание. Да, я бы сейчас пожрал бы, не спорю. Блин, патронов нет. Где? В смысле, где он прям за мной бежал и по мне стрелял? Нифига себе, он офигевший. Ты просто стреляешь, я думаю, у тебя что ли вышли. А так, и что? Куда теперь? Так, я так понимаю, вниз лучше не ходить. Убьют. Ну, главное, странно, спуск-то есть. А, нормально. И что? Поезд! Поезд, Василич! Едет поезд, скорый поезд к дому мчится, прилетит тебе как птица. Так, и чё? Что дальше-то? Мне кажется, сюда куда-то надо. Ну-ка, сейчас. Куда сюда? Вниз? Я слышу военных где-то. Подожди, а как они вышли оттуда, откуда мы только что пришли? Отлично. А что, наши их солдаты уже летают? А, ну, открылось. А, открылось, да, замечательно. Только как? Сзади, сверху. Да и фиг с ним. О, нифига себе, трехочковый Алексей. Да, не хотел бы, чтобы у меня было три очка. Ну, это не очень нехорошо хотя... Но мне кажется, срать удобнее. Отлично. Рассматривайте это только с точки зрения того, как срать. Ну да. А с какой еще точки зрения мне рассматривать? Как вы себя по здоровью чувствуете? Фигуренько. А, забирайте. Все, спасибо большое. Василич, вас жалят! Это пчелы! Блин, у меня патроны скоро закончатся. Так, либо прямо, либо налево. Так, здесь стоит эта штука. И, а что слева? Ну, пошлите. Офигеть. Сколько же Васильича они создадут? Сколько? А-а-а! Так, а туда как-то, походу, можно будет пройти. Вообще не вижу нифига. Я убил его. Стойте, меня кто-то в спину стреляет. Ой-ой-ой! Страйк. Да. Ну блин, они меня дико напугали. Здравствуйте. Как у вас дела?
Замечательно, прекрасно. Замечательно, когда все замечательно. О-о-о. Так, вот только у меня дробовика нет. Так, и что, и куда дальше? Сейчас ориентируемся. А, так, а нет, здесь мы были. А, ну это в одну и ту же фигню вход. Что с той стороны, что с этой. А, да? Да. Блин, там где-то штука, мне кажется, она должна была открываться, потому что я там видел, что можно дальше подобрать. Да, да, да. Подождите, как вы ящик там разбили с той стороны? Gravity Gun. Ага. Давай голова. Да я голова. Да. Вы такой веселый, Василич и озорной. Так, давайте пошли, пойдем просто дальше. Куда дальше? Ну, там же турелька стоит. И чё, так мы возвращаемся в тот холл, откуда пришли. Где турелька? А, что? Тут все и дело. Надо вниз ее. Ну, пусть там с кем постреляется. Где-то что-то должно открываться. Видимо, мы то ли кнопку... А, я ношу! Где? Нюха, сюда, бегу, 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 бегу. Я выглядываю. Я вас вижу. А, чё пугать-то так? Вы агент напугал один. Смотрите. Да, агент Васильевич, где что? Смотрите. А-а-а-а! Вот это у вас ум. Да, конечно, ништяк, с учетом, что у меня-то нет гравити-гана. Сколько же Васильевича здесь делается? Ты представь, Васильевича, если они будут чистые. Энергии. Чистейший Васильич. Посмотри на эти к. Что? Что? Ворота открылись. Только нифига не понимаю, где. А, лифт поднялся туда, где мы эту энергетическую штуку взяли. Нам надо вернуться назад. Вперед. Вперед, Василич. Подождите, а снизу здесь что? Вам аптечка нужна? У меня тут пару парней. Я им пару гостинцев оставил. Не, аптечка не нужна. Да. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Так, видимо, здесь можно пройти. Здесь эти летают. Так, я назад бегу. Опа. Мне без разницы на них, потому что я привык, а куда-то я бегу. И скорее прибегу. Блин, можно было просто сверху спрыгнуть и все. Нафига я такой обход сделал? Так, я иду назад, а вы где, Василич? Я... Да, я вижу, сколько их там. Я их взорвался. А, здесь можно было так, да, выйти? Я просто спрыгнул. Да, это было... Так, теперь сюда, налево. Василич. Во-первых, тут сзади. Дай фиг с ним. Василич, да иди сюда, забей на них. Да, там, где вы только что в комнате были, блин. А, ну вот, все, пойдемте. Я не увидел, как вы вышли. Так, пойдемте вниз. Так, сюда же лифт? Да, заходим в лифт. Там... Давайте как-нибудь просочите сзади! Агент Васильевич сзади! О, нифига себе! А что, так можно было, что ли? Я съел. Я думал, сейчас ваша назад отлетит с вашим умением все это дело делать. А вы как думали? А, здесь. Стой. Открывается, да? О, дробовик, наконец-то. Мне патрон для дробовика, чё орёшь, но я его взял только что. Что будет, если вашу октоплазму связать с этой штукой? Ваши усы, то есть. Нарушение пространственно-временного континуума. Так, забирайте, вам нужнее вот это все делать. Как... Да блин. Я так и думал, что сейчас примерно так и произойдет. Здрасте. Почему они здесь гуляют?
Почему собаки без поводков? Вот вторая, можете забирать ее. Что-то, видимо, происходит. Что это за фигня? И нафига мы сюда зашли? Ну, тут мы в безопасности. А, ну можно ниже, да, пойти? Ой. Отлично, агент Васильевич. У вас все хорошо, как никогда. Ну, она открыта. Или... Нет, она закрыта. Ты... Вы немножко неловки, забирайте. Все ниже, ниже и ниже. Что-то какой-то странный звук. Или это я пукнул? А, здесь эта фигня упала. Мне кажется, они специально выращивают этих мелких, чтобы захватить вас. Они снизу, сверху идут. Сверху идут? Ну, пусть не ходят. Это вы по мне или они стреляют? А, они... Так, и нафига мы сюда пришли? Если бы мы знали, мы б тебя поймали. Что вы говорите, сударь мой? Был у них Васильич. Такой вот он. Так, я что-то врубил. Не знаю что, не знаю зачем. А вы где вообще? Я умер. Что значит умер? Ну, я что-то запустил. Не знаю что, не знаю зачем, не знаю куда, но что-то я где-то запустил, это явно. И что, и нафига я это сделал? Я сейчас могу уже скоро это того. Ласты склеить. Ждите, ждите, ждите. Хоть у меня и клея нет с собой, но скоро могу. Ай-яй-яй! Сейчас склею. Не склеите! Мне очень страшно, агент Васильевич. Я кровоточу весь. Где-то здесь кто-то есть, он по мне только что стрелял. Может, сверху где-то? Где ты? Я не знаю, где-то может... Отлично. Все плохо. Так, все эта штука красным загорелась. Стойте, стойте. Да подождите вы. Штука загорелась красным. Значит, мы что-то сделали. А что и зачем? А, во! Мы же здесь не были или были? Подождите, еще один лифт. Не были, не были, не были. Так, аккуратненько. Максимально аккуратно. Так. Аптечка. Шикарно. Здесь идет какая-то ковровая бомбардировка. Это даже не бомбардировка. Двери закрываются. Васильич улыбается. Или не улыбается? Я не знаю. Я тоже не знаю. Бой. Мне кажется, надо просто хлопнуть глазами. На счет три. Раз, два, три. Так, агент Васильич, дверь-то не открывается? Да ты повернись. А, вот он что. Ой, агент Васильевич, я что-то подустал. Мне кажется, давайте позовем его, тут пикничок какой-нибудь сделаем и так далее. Да-да-да, кого позвать, кого? Не знаю, его... Человека-револьвера. У вас есть человек-револьвер? Да. Человек-револьвер. 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 Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Максимус Чан. О, нифига себе, это броня. Давайте, ребят, мы пока на этом закончим, потому что у нас осталось здесь еще два уровня, да, пройти. Как обычно, про агенты. Ребят, не забываем подписываться на мой канал, не забываем подписываться на канал Maximus Channel. Ссылочку вы найдете в закрепленном комментарии, ссылочку вы найдете в описании. Сейчас мы, наверное, запилим вам еще продолжение.
Я не знаю, если успеем, не успеем. Сейчас все запилим, сейчас все будет, ребят. Все, давайте подписывайтесь на меня, ставим лайк этому ролику, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Василича. Пишем свои комментики, если вам нравится. Спасибо вам большое за актив. Спасибо, что остаетесь с нами. А мы пока. Мы пока просто ляжем спать. Прощай, Василич. Мне-то пофиг. Я буду смотреть вниз в стекло. Давайте, ребят, увидимся. Василич, я стесняюсь спросить, а мы куда летим, собственно, агент Василич? Я не знаю, у меня свет. Какой свет, Василич? Вам не нужно пока в тот мир. Мы летим. Мы должны куда-то прилететь. Земля вновь в опасности. Мы должны спасти ее. Отступите от света, агент Василич, отступите. Что? Что? Подождите, а меня выбросит отсюда, нет? Или я так и буду за вами наблюдать? Что за дичь происходит? В смысле?